То туды, то сюды. Ты бы уже сам определился. Я хочу вот сюда. Я уже определился. Они уже выстрелили. В принципе, конечно, можно было пойти и по мосту. Но я хочу уничтожить батарею Василисков, поскольку она потом нас будет очень сильно доставать. А вот и она. Огонь. Сержант, готов? Зачистите эти улицы. По банкам. Так точно. Во имя императора. Лучше бы их было больше, босс, потому что с этими мы легко разделаемся. Вот когда будет 3 карающих меча, 10 отрядов огринов, а еще вдобавок отряд командования, тогда ты так не скажешь. Это я обращаюсь к орку, который сказал... Можем возвращаться, с этим мы легко справились. Это пока еще цветочки. По правде говоря. О-о-о-о-о, уходим, уходим. Блин, они очень продавливают нашу оборону. Именно вот в этом направлении. Это, конечно, удручает. Так, зализываем раны. Блин, Горгутсу уже половину хп вынесли. Зачистить эту позицию. Исполняю ваш приказ, сэр. Что взорвать? Зеленокожие. У нас лучшие чешуйчатые. Точно. Первый отряд. Отбросьте противника любой ценой. Гранату кидаешь. Так, вперед. Что такое? Уничтожить передовую базу первого отряда. Ну, я даже не знаю. Давайте сохраним игру. И посмотрим, возможно ли это без командира. Потому что, ну, я думаю, что это осуществимо, но с большими потерями. Мне так кажется. Так, давайте расправимся с этими ублюдками и потом контратакуем. Это точно. Бабахает, что надо. Держите линию фронта! Мы не подведем больше, сэр! Не подведут, ага. Хочу драться! Они в нас стреляют! Так, вот еще. 2 станционных болтера. Остались... А, уже не остались. Ну ладно. Так, кто еще тут на мосту? Лемон раз. Это раз. И часовой это 2. 2 часовых. Да. Все. Как вы меня достали, господи. Слушайте, давайте реально контратакуем. Мне такая идея нравится. Все, и вот этой вот ордой мы, короче, вваливаемся. Сохранение у меня есть. Если что, я могу загрузиться. Их атака должна захлебнуться. Пусть жрецы храма наказания. Где штаб? Уничтожит командира противника. Один шанс. Все, что мне нужно. Где штаб? Здесь, что ли? Они в нас стреляют. Так, нет. Ладно.
Тогда валим здание. Так, а где командир? Мой. Все, босс, нам пора. Хочу в драку. Вместе с парнями. Так, аккуратно. Вот сейчас надо быть аккуратным. Я не на базе, не на своей. Поэтому очень велик шанс, что меня все-таки когда-нибудь ассасин грохнет. Такой вариант развития событий исключать не стоит. Хоть он и выносит не очень много здоровья, но это ощутимо. Да убейте вы их уже. Во, все. Четко. Четко, красиво. А теперь домой. Все, домой, домой, домой. Хорошо. Хорошо пошло. Прям как надо. Еще разок. Смотри у меня. Так, небольшая передышка. И снова в бой. Так, мне сейчас показалось. Вот он, говнюк. Есть. Ха-ха-ха-ха. Скопытили, скопытили эту мразь. Так, вот сюда, пацаны. Но далеко не выходим. Сейчас нам катсценой покажут, как это орудие действует. Нас атакуют! Главное не подставляться. Да, идем уже. Ну, надеюсь, во. Что драка будет достойна всей этой беготни. Вот такая вот бандура. Пошел, пошел, пошел! Главный калибр Титана! Огонь по моей команде! Огонь! Начинайте перезарядку. Нам нужен еще один залп. Так. Пацаны, идем вот сюда. Для начала, конечно же, мы убьем комиссара, возглавляющего пятый отряд. Я не хочу убивать своего тезку, Антона Гэббита. Очень не хочу, но придется. А затем мы обесточим орудие, вот это вот монументальное, я бы даже сказал, которое называется Титан. Где он? Вот он. Бывает, бывает. Перед создателем будешь отвечать только ты, Александр. Ой, мины, 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 мины. Тихо, тихо, тихо. Где командир? Энергосистема Титана повреждена противником. Поддержите защитников огнем и начните ремонтные работы. Я ослаблю боль машины. Твоя задача отремонтировать ее, техножрец. Одного техножреца будет явно мало. Блин, ну они тут все заминировали. Прям основательно. Готовились засранцы, что мы тут придем шухер наводить. И как только мы убили комиссара Антона Гэббита, все подчиненные его полка стали дружественны нам. Мы ими управлять не можем, но тем не менее они сражаются на нашей стороне и будут хотя бы в качестве пушечного мяса. Че, один танк вынесли, что ли? Защитить генераторы, в натуре. Так, нет, стоп.
Раз уничтожили, то... Значит, уничтожили. Так. Захватываем мы реликтовую... точку. Захватываем. Хорошо. Теперь надо... Что это сейчас было? Теперь надо выставить рубеж обороны. И ждать новых атак. А реликтовую точку я захватываю для того, чтобы нанять мастодонта. И с его помощью переправить сюда два отряда гречинов. Чтобы они могли построить здесь большие генераторы. Все хорошо. Вот он мой красавчик. Вот он моя малышка. Так, повстанцы засели. А в укрытиях это хорошо. Жаль, что у них техники нет. Нам нужно пострелять кого-то. Хотя бы танкетку. Вернее, танкеток у них нет, хотя бы БМПшечку небольшую. Хотя бы. Они в нас стреляют. Черт, долбаные мины. Уходим. Готов к бою! Дайте мне их! Танкстеры, надо стрелять! К сожалению, только командир может обнаружить мины. О. Но император не оставил нас! Покажите им, бойцы! Нет. Пришло время расплаты! Иду крушить. Так, тут есть еще что-нибудь? Нет, здесь уже ничего нет. Хорошо. Мы самые большие! Захватить орудие Титана. Сейчас захватим. Главное, не кипишуй. Так, ребята. Давайте мы будем в режиме удержания находиться. И не бегать по всей карте, хорошо? Хорошо. Только не перепутай. Кольцо О, я слышу этот рев. Давайте, ребята, загружаемся. Такси приехало. Машинка подана. Вперед. Да ё-моё. Во, вот так. Вперед. Так, как тут у нас дела? Дела, в принципе, неплохо. Ни одна атака имперцев на командный пункт успехом не увенчалась. Это хорошо. Ну, в принципе, повстанцев не очень сильно потрепали. Это тоже радует. Мастодонт семимильными шагами движется. Это тоже радует. Пока все очень неплохо. И есть повод сохраниться. Пока нам так фартит, можно сохраниться. Так. Тут вроде никого. Тут один священник что-то пытается противопоставить повстанцам. Бывает. Я думаю, напрямик мы пойдем. По мосту. Че тут петлять? Когда можно напрямик чесануть. Тем более мы всех уничтожили уже здесь. Здесь, как мы помним, были довольно сильные укрепления. Становится жарковато. Жарковато будет вот здесь. Я хочу сказать. Тут будет реально жарко. Натуральное мясо. Даже на полуострове Деймос было не такое мясо, как будет здесь. Я, конечно, загадывать не хочу, но когда вспоминаю, как я проходил эту миссию, воевал за эту провинцию, то есть, ну, я не знаю, даже года 4
назад. Мне все время вспоминается дикий хардкор, натуральное мясо. Покажи нам какой-нибудь телеглавари, лучше, чем все эти суетливые расхитики. Сегодня будет забавный денек. Выгружаемся. И приступаем к строительству. Спасибо, мастодонт. Ты хорошо послужил. А, да-да-да, повстанцев выносят. Выносят их сильно. А причем у повстанцев жизни больше. Или мне сейчас показалось, но их, по-моему, было 120 единиц у простого гвардейца. А вот у имперцев 58. Нет, наверное, показалось. Так, хорошо, нападки на нашу базу прекратились. Это радует. Все, мы отстроили. Теперь можем заняться генераторами. Мой повелитель, враг пытается создать энергосистему, которая будет питать орудие Титана. Они смогут использовать его главный калибр против нас. Проклятье! Всем подразделениям, враг захватил главное орудие Титана. Соблюдайте повышенные меры предосторожности при передислокации. Я бы вам посоветовал вообще капитулировать. У вас нет шансов. Я жду, босс. Так, ну чё там? Все, молодцы. Сюда. Я ничего такого не делал. Ладно, теперь они вот сюда. А нет, какой-то тут еще хитрый гвардеец пытался на нас быкануть, но тут же отправился на тот свет. Да, повстанцев довольно сильно жмут. Смотри у меня. Я жду, босс. Ну, все. Кудеть? Зергут. Сделаем. На. Сейчас уж орудием. Да, тут довольно крупные силы. Не помешает нам. Главный калибр Титана, будет он очень даже полезен для вот именно таких вот крупных скоплений противника, вот как эти. Раз, долбануть и готово. Чё такое? Мы не хотим умирать. Какого лешего? Ты чё творишь? Фига себе. Они еще и пулеметчика завалили. Это просто наглость. Это реально такой наглёж. Пришло время расплаты. Этот танк бабахает, что надо. Что такое? Сделаем. Так, уже построили, что ли? Не бейте нас больше. А нет, вас просто прервали. Чё отремонтировать? Да, верно. Все. Генератор энергию качает. Теперь еще один. Только когда мы поставим генераторы на всех лавовых шахтах, только тогда мы сможем использовать главный калибр. В полную силу. Лучше, чем все эти суетливые расхитики. Так, по боевым задачам. Осталось только уничтожить генерал-губернатора и захватить орудие Титана.
И тогда все будет вообще тип-топ. О, их готово. Их атака должна захлебнуться. Пусть жрецы храма наказания уничтожат командира противника. Один шанс. Все, что мне нужно. Пора тебя построить. Я большой, и я не победишь. На? Так, осталось последние две шахты. Сделай. С ними, я думаю, мы справимся. А Горгутса отведем вот сюда. Подальше. На всякий случай. Как было понятно из речи Александра Лукаса, к нам уже выдвинулся киллер, будем говорить так. Надо повысить меры безопасности. Ну и чего? Да какое там? Это так, баловство, а не стрельба. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, давайте стройте быстрее. Давайте. Слушайте, а мы можем уже стрелять? Да, можем. А чё же мы молчим? Все. Fire. Мясо. Отлично. Я жду, босс. Хорошо. Так. Генератор поставлен, значит, можем починить танк. И я думаю, подождем еще одну атаку имперцев. И тогда совершим атаку мы. На их главную базу. О-о-о, вот это уже серьезно. Вот это уже мощно. С карающим мечом шутки плохи. Это 100%. По всей видимости, тут еще одна база имперцев, но я тогда уже соваться не хочу. Это уже будет неинтересно. Ну, как сказать, вам-то интересно, но а у меня это лишнее время только займет. Все. Хватит ремонтироваться. Пулеметчиков мы сажаем в мастодонта. Он сегодня у нас поработает вьючным животным. Ребят, мы пакуем. Так, кстати, как там? Нет, пока. Нет, убийцу к нам не подсылали. Как я понимаю, трупов я не вижу. Так и хотел драку вместе с парнями. Ну что, вперед. Я иду, а орки... К сожалению, мы потеряли один танк. Это печально. Он бы нам сейчас не помешал. Ну, да ладно. На войне не без урона. Полетят клочки по закоулочкам. Иду крушить! Давайте, ребята, газу. Меня ничего не остановит. Во, хорошо. Так бы сразу. Дайте мне их. О-о-о, это уже серьезно. Это уже серьезно. Повстанцев очень сильно потрепали. Это плохо. Это плохо. Надо делать ноги.
как можно быстрее. Так, на всякий случай мины поставим, мало ли. Какие козлы тут нас ждут. Все, всех взял. Вперед, ребята. Где тут? Вот, вот сюда. Так, да, тут подъема нету. Вот сюда. О, все. Уже херачат наши генераторы. Не такие сильные оказались повстанцы, как я думал. Давайте, ребята. Бегом. Эту атаку нельзя провалить. Мы не имеем права ее завалить. Так, мастодонт. Ты у меня главная боевая единица. Ну, еще горгутс. Вперед, рашим. Рашим прямо на базу. И потом высаживаем десант. 27 тысяч здоровья. Да просто клал мастодонт на ваши потуги. Да диверсию мне. Все, штаб накрылся. Фу. Ура. Что еще могу сказать? Командный пункт потерян! Мы не можем их дольше сдерживать! Орудие Титана не должно попасть в их руки! Уничтожайте управляющие элементы! За Императора! На Лорне 5 Горгутс был разгромлен имперской гвардией, и атака на бухту Победа показалась ему отличным способом отомстить. К сожалению, военный губернатор Александр и его первый кроновский полк освободители ничего не смогли противопоставить Горгутсу. Орда орков уничтожила город, хладнокровно вырезав всех защитников. Когда дым рассеялся, Горгутс и его приспешники нашли орудие Хеллсторм, немного поврежденное отчаянными попытками техножрецов вывести его из строя. Орки, даже не подозревавшие о совершаемой ими ереси, разобрали орудие, использовав его детали для усовершенствования своего примитивного оружия. В честь этой битвы Горгутс взял имя «Уничтожитель орудий». Я не понимаю, почему разработчики выставляют орков такими просто дегенератами, натуральными дебилами. Я реально этого не понимаю. В игре, наоборот, орки показаны как раса разумных существ. Безусловно, они по интеллектуальному развитию уступают и космодесанту, и имперской гвардии, и эльдарам, но это разумные существа. У них есть иерархичность в их должностях, у них есть государственность. Они смогли перебраться с одной планеты на другую. Неужели эти существа разобрали огромное по мощности орудие просто на свои примитивные пистолеты, автоматы? Я этой фигни не понимаю. Я не понимаю, почему разработчики так показали орков в таком свете. Я считаю, что, ну, это очень тупой шаг с их стороны. Ну, а орков могу только осуждать. Зря это сделали. Могли бы обладать таким действительно колоссальной мощности оружием. Но, тем не менее, имперскую гвардию мы выпилили с Кронуса. И теперь она нам ничего противопоставить не сможет. Отлично. Бухта Победы наша. Ура. Итак, в тылу остается еще армия некронов.
на своей главной базе. Ну и в будущем мы совершим поход на северные земли. К кровавым воронам, на северную Вандею, на Тирею к Эльдарам. Ну и захватим Оресташн, город Империи Тау главный, ну и промежуточные провинции. Конечно, но это все уже будет в будущем. А вам я хочу сказать спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться. Поставьте под этим видео лайк. Вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи. Всем пока.